Сельское хозяйство в нашей стране, используя самые современные технологии, развивается быстрыми темпами. И Кубань, как известная российская житница, в числе аграрных лидеров. Сельскохозяйственное производство нуждается в молодых, квалифицированных специалистах. Как этому содействуют учреждения образования? В Славянском районе стараются с юных лет прививать учащимся интерес к земледельческому труду. В школах дают не только крепкие знания, но и умения, бесценные во взрослой жизни. Для того, чтобы улучшить качество агротехнологического образования, был организован семинар, в котором приняли участие учителя и заместители директоров ряда школ района. Сначала все побывали в 6-й школе поселка Совхозного, где познакомились с накопленным там богатым опытом. Затем семинар продолжился в 14-й школе хутора Прикубанского. На уроках технологии и во время внеурочной деятельности учащиеся постигают основы возделывания культур, успешно работают на учебно-опытном участке. Дети привыкли уже к труду в своих семьях. Они работают на своих приусадебных участках. И в школе мы тоже это стараемся развивать. У нас в школе имеется теплица, где дети круглый год выращивают рассаду для того, чтобы весной высадить цветники, то есть да, можжевельник в этом году мы высадили, хвойники. Летом огурцы, редис, зелень у нас всегда круглый год в течение зимы мы выращиваем. Это лук, укроп, петрушка. Благодаря творческому энтузиазму учителей и учащихся здесь обустроена правильно оформленная клумба с элементами ландшафтного дизайна. Работы по ее улучшению продолжаются. Участники семинара были впечатлены тем, что увидели. Здесь, конечно, ребята практически работают, применяют все свои знания, навыки на деле. Больше здесь, конечно, мне так показалось, развит ландшафтный дизайн. Ну а теплица, естественно, это всегда такой источник, да, где ребята могут применить свои знания. Кроме того, школьники рассказали о том, как можно изготовить уличный или комнатный фонтанчик. Был интересным и опыт выращивания клубники. Сегодня, я думаю, учителя из больших городских школ уедут с приятными впечатлениями, потому что мы увидели огромное количество идей, в частности, топиарии, созданные руками детей, теплицу, в которой они выращивают рассаду, которые являются площадками для дальнейшей разработки и реализации проектов школьников. Передовой опыт, которым обогатились участники семинара, поможет им в практической работе по укреплению агротехнологического образования в школах нашего района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».